С каждой минутой страсти накаляются все больше и больше. Еще бы! В финале фестиваля «Студенческая весна 2013» участвуют поистине сильнейшие студенты 15 вузов Алматы. У нас танец «Визгинка», самый зажигательный танец. Вот. Но в этот раз мы немножко его переделали, станцевали более в медленном виде. Главные соперники – это, по-моему, если я не ошибаюсь, Аграрный университет. Они танцуют индийский танец, тоже не менее зажигательный. Ежегодный фестиваль самодеятельности длился почти 2 месяца. По словам организаторов, для молодых людей это отличная площадка, чтобы воплощать их творческие начинания. В финале студентов судили деятели культуры и представители шоу-бизнеса. Сегодня я представляю группу Mysterions в единственном числе. Очень рад, что меня пригласили студенты. Буду очень объективно судить. Буду судить только за настоящих талантов. Кроме красочных танцев, на сцене были показаны и довольно серьезные музыкальные номера. Как, например, выступление студента Каспийского общественного университета с композицией «Памяти Карузо». И это все они, талантливые алма-атинские студенты. Может, на самом деле в скором времени кто-то из них станет новой звездой казахстанских подмостков? Первый музыкальный желает им успехов и ждет у себя в эфире.